Добрый день, друзья! Сегодня у нас на обзоре очень уникальная коляска X-Power 60. Кресло-коляска с грузоподъемностью до 250 кг. Не побоюсь этого слова, это коляска XXL. Для людей с очень высоким весом. Вот это вот у нее платформа, она 55 сантиметров. Глубина тоже у нее там ближе к 60 сантиметров. За счет подлокотников мы можем растянуть до 75 сантиметров. То есть эта коляска не боится никакого веса, там выше 200 килограмм. То есть спокойно можно ее использовать. Ее преимущество то, что она очень низкая. Низко расположена от пола. На нее очень удобно сесть. Вот я сел в куртке. Как на диване, как на большом кресле. Есть необходимые регулировки, то есть, чтобы опустить сидушку, либо ее поднять. Все эти гидравлические элементы есть. Вот, вся система амортизации, она очень мягкая, прям вот. Все амортизаторы работают. Здесь амортизаторы вот спереди такие простые. И сзади седло, широченная спинка, есть ремни безопасности, есть карман, сидушка с регулировками всевозможными. Вот такая возможность ее сложить. Вот так вот. Особенно людям, у кого там спереди живот очень большой, вот это будет очень важно. Вот. Ну, в общем, практически не использовал, сохранен протектор, волосики. Ну, потому что говорит, что она была предоставлена мальчику, которому, ну, мальчик маленький, да, зачем ему такое огромное сиденье. Ну, это вот наши органы соцзащиты. Ну, и самое главное, это управляемость этой коляски. Она имеет шестиколесную базу. Это уникальная проходимость и уникальная возможность. Коляска другая, вот так вот идет, она вылезть не может. Тут у меня голова закружилась. Хорошая скорость. Ну, знаете, когда там очень полный человек, вот он сидит вот так вот. И в этой коляске, я бы сказал, только в этой коляске было бы ему очень удобно. Несмотря на ее там широкие размеры, она очень проходимая. Наоборот, да, но сейчас уже, да. На следующей неделе так и будет. В субботу будет выходной, в воскресенье работает. Вот эти колеса, если вы посмотрите ролики на YouTube, эта коляска имеет уникальную проходимость. То есть она лазит по небольшим ступенькам, она ездит по тропинкам с корнями, она может спокойно спускаться там по небольшим неровностям. Ее центр тяжести расположен именно посередине. Эту коляску невозможно перевернуть назад, ее невозможно перевернуть вперед, ее невозможно перевернуть на бок. То есть уникальное решение, которое уже в принципе нигде не найти. Эту коляску давно уже никто не производит. Она в прекрасном состоянии. Мне ее предоставили на продажу. Коляска практически не использовалась. За ней смотрели, постоянно заряжали аккумуляторы. Аккумуляторы стоят еще родные. Вот что значит правильное обслуживание аккумуляторов. Просто раз в месяц поставить их на зарядку, да, и нормально. Эта коляска была предоставлена мальчику
26 лет ДЦП органами соцзащиты. Ну, как правило, наши органы соцзащиты что дают, то и бери, да. И по той причине, то, что коляска очень широкая и очень большой грузоподъемности, конечно, мальчику по этим параметрам она не подошла, потому что он болтался. Но если в эту коляску сядет полный человек, она будет ему просто необходима, просто по жизни замечательно. На ней можно абсолютно везде перемещаться. В городе, конечно, она будет неудобна, если есть пандусы, лестницы, там маленькие лифты, это бесполезно, но на даче либо в частном доме это уникальнейшее решение и редчайший экземпляр. Стоимость коляски 145 тысяч рублей. Ее всегда можно приехать, посмотреть, увидеть, попробовать. Вы не будете там приобретать кота в мешке, я вам ее привезу. Мы с вами все попробуем, покатаемся. И у вас будет время принять решение. Либо вы ее приобретаете, либо она вам не подходит. Если она вам не подходит, никаких карательных санкций не происходит. Я просто забираю коляску и уезжаю. Потому что дело такое тонкое, я все прекрасно понимаю. Никаких финансовых затрат вы не несете. Уникальный экземпляр. Редчайшая вещь. Я уверен, что эта коляска обязательно есть человек, которому она просто по жизни будет очень-очень нужна. Как у вас, какие у вас комментарии, вы видите ее первый раз, эту коляску? Не очень глобальная цена, но я думаю, она того стоит и служить будет очень-очень долго. Спасибо, друзья, за внимание. До новых встреч!